Господа, сейчас я продемонстрирую для тех, кто не понимает, зачем вообще девушки делают себе такие длинные неудобные ногти. Неудобные ногти, да? Во-первых, пока вы их себе не сделаете, вы не поймете, да? А во-вторых, сейчас я все покажу. Например, берем кружечку, да? Мы хотим попить водички, и мы такие берем кружечку, такие. Все, ты bad bitch. Дальше. Нам написал какой-то хейтер, то, что ты жирная, ты страшная, у тебя куча прыщей. Отвечаем ему в сообщениях. Звук слышите вообще? Вы слышите этот звук? Это же шедевр! Это... Вы понимаете? Вот для чего мы делаем такие ногти. Или, например, у вас растрепались волосы, да? И вы решаете их убрать за ушко. Как убирают обычные люди? Вот так, типа. Все убрали. А как убирают с ногтями? Их нифига себе. Вы видели? Это трэш. И еще, например, самый часто распространяемый вопрос, да, как ты вообще подтираешь себе ass? Да? Демонстрирую. Вот, например, туалетная бумага. Вот! Упала. Вот! Мы же не ногтями шкрябаем, вы понимаете? Вы сами локтями типа шкрябаете, вы нормальные или неадекватные вообще? Вам надо сходить провериться, если вы ногтями шкрябаете. Это ненормально. Еще как бы самый часто распространяемый вопрос, как ты вообще, ну типа, что-то делаешь, что-то трогаешь, тебе же неудобно. Неудобно. Хорошо. Я, например, захотела поесть чипсы. Чё тебе неудобно? Писать якобы неудобно. Берем ручку, например. У меня нет ручки. Берем ручку вот так вот и пишем. Все. Но самое главное, это, конечно, печатать. Обожаю. Великолепно. Видео можно назвать СМР с ногтями. Ну и самое главное, мы ногти делаем не для кого-то, а для себя. Если чё, это так. Вот это тоже плюс. В ногтях очень много плюсов. Единственный минус то, что вы не можете сжимать кулак. Кулак у вас будет вот такой. Я тебя ударю. Трэш. С вами Чел Пелиси. Не забудь поставить лайк. Ногти — тема.